Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Dino Bash 2 «Путешествие во времени». Ну что, поехали. Так, мы здесь прошли с тобой все на 3 звезды в прошлой серии. И теперь нам надо пройти, наверное, здесь. Но это будет позже, потому что я пока еще слишком слабый. Может быть, дойдем до этого сундука, немножечко прокачаемся, если такая будет возможность. И тогда, скорее всего, можно будет и рвануть. Так, я пока здесь ничего не буду... Не, вообще-то можно одну хилочку взять. И надо бы уже копить. По идее, мне... Ой-ой-ой. Как он меня раздражает. Мне просто слов нет, ребят. Мы хиляемся по фулке. То есть можно, ребята, оставлять себе вообще мизерно хп. И после этого нажимаешь на хил, и ты восстанавливаешься полностью. Так это резонно. Ребята, это резонно. Дай-ка я, наверное, вот так вот сделаю. Нормально. Так, пробили мы здесь. Блин, наверное, зря. Давай плювиков вызывать. Я встаю вперед. Огонь. Ну, не так, конечно, их хорошо, ребята, поджигает, как бы мне хотелось. Так, давай. Всех их тут, ой. Хотя, что я боюсь, у меня же хилка. Так, а тут и хилка не поможет, ребят. О! Стопы. Поджигаем. Подрываем. Проносимся. Блин, столько плювиков, ребята, да? И они просто-напросто не справляются. Мои плевуны не справляются с ними. Так, мы взяли заморозку. Вообще на раз-два разносим. Так, я хочу вызвать еще одного. Куда? Их слишком много, но мы разобрались. Поджигаем его. Так, плюй. Блин. Вся надежда на... Все, надежды больше нету. Она нам не понадобится. Мы и так справились, друзья. Но я смотрю, там идут опять в защите. Я нам их подожгу. Плюс подорву. Ставим защиту на себя. Так оно будет эффективней. И пробиваем вот эти вот ворота. Все, друзья, победа может остаться за нами. Так, главное, нет дупли сейчас на финалочке-то, да? Ну что, ребят, 3 сундука наши. Ага. Рэмбо, правильно, ребята, вы сказали. Его звать Рэмбо, а я назвал его Рокки. Ну, попутал чуть-чуть. Просто они одинаковые. Один поменьше, другой побольше. Так, и, кстати, денежек мы стали зарабатывать немножко больше. 400 монет нам в данный момент выпало. Итого 7000. Я, наверное, пока ничегошеньки здесь не буду брать. Мне дали 3 валуна. Фу, у него дальняя атака такая слабая, я тебе скажу. Дай-ка... Вау! Я, кажется, понял, почему здесь... Давай, Рокки, где ты там? Ух, так, у нас и хилка еще тут выпала. Нате вам. Я вас сейчас всех тут буду колбасить. А этот куда? Куда этот побежал? Родной, где ты там? Заморозку нафиг на них, на всех. Заморозка не очень долго действует, ребята. А если бы мы, например, бы, наверное, прокачали бы ее. Вон что нам дают. Еще давай сделаем так. Оба, подрыв. Бомбу. Еще одну. Вызываем Рокки. Яблоки забираем. Здесь поставим хил. Это еще яблоко одно. Вызову Энки. Плювика.
Так, еще одну заморозку, друзья мои, применяю. Здесь валун. Возьму защиту. Да сколько же вас тут, а? Они уже бьют яйцо, друзья. Вот это да. Вот это сейчас бы был бы попадос. Мы одну звезду уже потеряли. Так что этот уровень мне пока 100% не взять. Лишь из-за того, что... Да они тут слишком мощные, ребят. Мало того, что они слишком мощные, их тут... Даже не то, что мощные, их тут много. Да куда тут? Да им конца и края нету. Им конца и края нет. Они бегут и бегут, бегут и бегут. Куда тут? Я не знаю. Просто не знаю. Покатился куда-то там. Почему я не могу взять яблоко? Вот сейчас взял. Так, меня подбили, да? Допрыгался я там, добегался. Досуетился. Такой трешняк, конечно, тут идет. Я боюсь, я тут вообще без звезд, ребята. Да ну! То ли здесь вот так надо было делать, то ли я... Я не знаю. Ну ты сам смотри, что происходит. Как ты тут пройдешь, блин? Не-не-не-не-не, ребят, это какой-то Unreal. Это, наверное, надо было все-таки идти сразу сюда и ломать ворота. Да, ребята, надо было идти туда и сразу же бомбить ворота. То есть по барабану на них, с ними надо было не драться, а сразу же проходить туда дальше. Ну, кто же знал. А так они будут без конца идти. Вот сейчас единственная наша задача — это подойти и уничтожить телепорт. Нет. Единственная наша задача — это добить всех остальных. Судя по всему. Вообще проиграл. Ребята, это что за задание? Это такое. О, 4000 монет получили, прикинь. Так, за спасибо берем сундук. Еще 500 монет. Так, трицер и тирекс. Ну, что-то вообще прям.
Тут аж прям вообще, ребята. Так, давай, наверное, вот этого прокачаем с тобой. И... Трицер, наверное, тоже прокачаем. На плювика нужно 6000 монет. Так, огненный снаряд прокачали. Вот этот, конечно, бы еще надо было прокачать. Он бы наносил побольше урона. Я даже не знаю, ну давай попробуем еще разок. Давай попробуем. Валуны эти мне не поменять, к сожалению. Дали не очень сильную армию мне, понимаешь, в чем дело? Вообще, я бы сказал бы, никакую. Я еще не взял никаких с собой этих, да? Допустим. Вот он портал, ребят. Да ну. Я даже не знаю, как тут быть. Просто не знаю, как быть. Прикинь, они разворотили все, что можно и нельзя. Ну давай попробуем этот уровень пройти. Черт его знает, получится или нет. Вот такой бы, конечно, был, вот мне снаряд бы, если бы дали, было бы круто. Он, видишь, отнимает очень много хп. И сам по себе очень такой мощный. Не справляются мои ребятушки здесь, не справляются. Самые наихудшие ребята уровни пошли, блин. По-моему, мне так кажется. Ладно, здесь подбили. И очень большая проблема здесь с яблоками. Если в первой части можно было яблоки прокачивать, яблоню нашу, да, то здесь ничего подобного. Здесь ты уничтожаешь вот эти вот преграды. За счет них ты получаешь нужное количество яблок. Ну и там еще немножко монет. Плюс вот эти вот аглоеды, которые бросают свои, как назвать-то их, ну, там, по-моему, у меня динозаврик за динозавриком погибает, насколько я могу понять. Так оно и есть. Хоть я и вызываю подкрепление. Ну сломает, господи, я опять, ребята, одной звезды лишился. Сколько можно себе говорить, что суперудары на эти не влияют? Они не влияют на забор. Одну звезду лишился. Все равно за свои, все равно вызываю снаряд. Там уже вторая звезда пошла на уменьшение, ребят. Да ну. Это называется. У меня здесь и так не было звезды одной. Ладно, сделаем вот так вот. Возьмем с тобой все. Возьмем с тобой и защиту. ...28 надо накопить, чтобы призвать
трицераптора. Так, он начинает... Но он почему-то все равно слабо, ребята, бьет. Возможно, он идет больше здесь как танк. Возможно. Хила нам тут не дали. Так, ломаем. Они очень, кстати, хорошо ломают эти. Да куда ты там со своим камушком? Точнее, молотком, блин. Поджигаем. Ну и что, я плювика только в конце вызову, что ли? Большого, я имею в виду, гигантского плювика. Когда он мне здесь уже и не нужен. Давай, 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 ребятушки, напряглись. Все, друзья мои, мы сломали забор. Нам надо только успеть добить этих хламонов. Прекрасно. Ну что же, последний сундук, которого нам не хватало, до 3 звезд. Замечательно. Переходим сюда на 7-4. Тут, ребят, а почему здесь вот у нас всего одна звезда? Все потратил, последняя энергия у нас. Ну, конечно же. Так, лучника сразу. Ну, и чего? Само собой, начинается обстрел. Так, кто мне доступен? Мне доступен вот этот вот, да? Так, а ты что здесь делаешь? Ну да, по ХП, ребята, он нормальный. Смотри, он там держит, будь здоров. А вот урон не особо сильный наносит. Слушай, тут бомжихи случайно не будут ли у нас присутствовать? А? Что-то мне подсказывает, что как раз-то они здесь и будут присутствовать. Так, оно... Три сыра у меня завалили. Так, тут сломали. Давай, родной, давай, напрягись. Так, вот второй подошел. Сейчас вдвоем, наверное, быстрее мы сломаем. Давай, 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 давай. Ломаем, ломаем. Блин, как медленно. Ну и что ты идешь сюда? Сломаете вы этот домик вшивый. Так, я думаю, здесь они добьют. Слушай, ну бомжих я пока не вижу. Заморозим.
Так, ребят, я призвал Терекса. Не знаю, как он там быстро добежит до нас. Я, наверное, пока здесь начну. Хотя, да, начну, наверное, здесь. Терекс пришел. Пришел, ребят, Терекс. Ну, давайте, давайте, друзья мои. Блин. Нет. Успели, друзья, мы успели с вами. Так, сколько? 350 монет. 2 кристалла. В общем, нормально. Вот это вот надо пройти. Но, ребята, энергия закончилась. Энергия, так. А это я уже получил, да? Это я уже получил. А это покупать у нас, да? Видимо. Угу. Эпический. Эпический. Блин, я бы сундук, конечно, взял. Нет, я бы взял бы, наверное, вот что-нибудь из этого. Накопить как-нибудь и купить. Хотя такой соблазн взять 6 тысяч, хотя бы 6 тысяч монет, ребят. Такое ощущение, что мне придется перепроходить старые уровни только лишь для того, чтобы заработать немножко монет. Но это, прикинь, это надо ждать, пока у тебя откатится энергия, и после этого только лишь заходить. Так, и нам не хватает буквально одной звезды для того, чтобы открыть следующий, ребята, этап. Так, друзья, ну что, на сегодня будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков.